ребятки, тут такое было. Как раз самое время досвести альбом. Ну, огромный плюс. Здесь много овощей. Если честно, уже надоело что-то искать, смотреть. Ожидание смерти хуже самой смерти. Ребятки, всем привет. В общем, неожиданно сегодня наш друг приезжает из Петербурга. И, собственно, чтобы где-то жить, мы едем посмотреть какой-нибудь домик. Расскажем вам о проживании в Турции в частном доме. В общем, вот такой вот план на этот месяц. Сняли офигенный кабриолет. А чем частный дом отличается от виллы? Слушай, ну я виллу не знаю. Выясним, расскажем, чем отличается дом от виллы. Будет интересно. Вот, взяли мы спортивный смарт-кар. Kia. Кстати, прикольная тема. Тут начался, похоже, сезон дождей. И обещают всю неделю циклон, дождь. Как раз самое время досвести альбом. Чем я и займусь. А еще очень-очень неприкольно. Первый раз отрастил такой длины. Хрень на лице, и хочется каждый день сбрить. Вот. Всю жизнь хотел бороду, но не росла она. Решил поэкспериментировать. Stylish home. Тут прикольно. В общем, 5 комнат. Точнее, 4 комнаты и 5 туалетов. Окей. Бассейн, в котором никто не будет купаться. Типа две комнаты тут. Upstairs. Two more. А, two more. Трехэтажная. В общем, можно тут посидеть вот в туалете, помедитировать. Ну как бы спальня, тут все норм. Приехали в еще один райончик. Сейчас посмотрим. Такой вот дворик. Сауна, хамам. Полине очень понравилось бассейн и сауна. Ох, ребятки, тут такое. Полы теплые. Ванна прямо, смотри, Полин. Тоже 4 спальни? Окей. У меня джакузи. В общем, стандартные 4 комнаты. Ну, как стандартные 2 для взрослых, 2 для гостей. И очень шикарный холл. Кухня как бы так себе, вообще мало места. Мне там понравилось, Полин, только сауна и хамам, ну и спальня. А вот гостиная, там даже негде посидеть, стола там поработать. Не, ну это прикольно, если брать за 1800 и за 2500, так лучше эту за 2500, чем ту за 1800. Еще посмотрели пару вилл, проголодались, решили сделать паузу. Пока не очень что-то сильно понравилось. Продолжаем поиски. Немножко не так выразился. Виллы-то в целом все ок, но вот место, где они находятся, например, там рядом с одной, парники, где выращивают помидоры и апельсины, а с другой рядом бегают куры и, в общем, различные другие приколы. До цивилизации 2 километра. Никакого вечернего променада или какой-то культурной жизни, скажем так. А вы что скажете о кулинаре? Я хочу есть. А я хочу писать. Вокруг теплицы с помидорами и апельсинами. В общем, ночью можно будет ходить, если будем жить, подтыривать овощи свежие. Так, бассейн, мангал. Тут дворик для занятий спортом. В общем, дом прикольный, но вот вокруг непонятно. Но я так понимаю, что вообще все варианты — это надо иметь машину. То есть где-то только если в Людинизе можно прогуляться там за продуктами и там машину брать не на весь срок. В общем, ну огромный плюс. Здесь много овощей. Горы, свежего, очень тихо, наверное.
Сейчас мы приехали в немного такой пенсионерский дачный райончик. Смотрим последнюю на сегодня виллу. Полина вот очень довольна сегодняшними приключениями. Не очень. Туалет. Такая вот гостиная. Столик. И кот тоже. Котик тоже есть, да? Ну. Спальня номер раз. Кабинет можно сделать. Здесь душ. Чуть не наебнулся. Тоже кровать с дыркой. Кровать с дыркой. А, нет, вот тут нормальная. Кровать большая. В общем, резюме такое. В принципе, тут неплохо. Завтра еще, видимо, посмотрим в Аль-Денизе. Это 15 минут на машине. Сколько до пляжа? Вообще хорошо, тут прям близко. Вот, я считаю. Рядом с пляжем. Погнали встречать Макса. А кто это приехал? Что-то у вас вещей очень мало. Это все, что ли? Да. Еще сегодня второй день поиска виллы. Сейчас отправимся вместе с нашими друзьями на нашем маслкаре. Надеюсь, сегодня найдем что-нибудь и будем снимать влог о том, как живется на Турции вилле. Плюсы, минусы и вообще всякая движуха. У меня много раз было, когда я в номере не прибирался и что не забывал под одеялом. Так что рекомендую вам прибираться. Карму себе не попортите и ничего не забудете. Вот. В общем, я в красной кофте на красной машине. Вообще, с красной бутылкой. В общем, в цвета Турции. Приехали в городок Аль-Денис. Сезон — это очень оживленный городок. Все готовится к сезону, видимо. О, смотри, тачка Лады. Девяточка родная. Вот мне нравится вот вторая. Вот это больше. Вроде подъехали в нужное место, там вот сидит такой песик. Я вот думаю, если я выйду, не набросит себя на меня. Как тебе райончик? Ну, смотри, какая красота. Вот горы просто шикарные. Привет, привет. Привет. О, еще один. Привет. О, еще один. Ну ладно тебе. Hello. Привет. Все вроде дружелюбные, кроме одного, который охраняет. Который за забором. Который за забором. Он, видимо, потому и злой, что он за забором сидит. Я тоже был злым, если бы меня за забор посадили. До цивилизации на машине минут 5. Ну какой цивилизации? Относительно цивилизации, то есть до магазинов каких-то. Айва. Огород есть, смотри. Вот зеленый заборчик. Перебирались. Так. Три спальни, да? Так, вид из окна. И сад. Тут даже хлеб остался еще. Угу. Водичка следует. Смотри, тут пепельница есть классная. Можно курить. И кролик, там можно посадить канапу у него. Можем заняться здесь садоводством.
единственное, чем здесь можно заняться. Ну, смотри, хотя сколько тоже убирать. Слушай, прикинь, мы тут можем просто убираться, поставить. Купим грабли. Да-да-да. Грабли. А грабельки такие, типа, пластиковые. Просто покажем ребятам, как может быть, на самом деле, как можно облагородить это все. Проект реновации Александра Попова. Вот так вот смотришь фотографии на Airbnb, думаешь, неплохо вообще, отличный вариант. Приезжаешь, а там пепельница с окурочками и хлеб заплесневело на кухне, да. Поэтому прежде чем бронировать что-то, надо посмотреть. Иначе может быть сюрприз. Что у нас? Очередная просмотр по домам. Выходим. Слушай, ну можно сидеть, курить сигары, пить коктейли, любоваться видами. Вон вид туда, вон посмотрите. Надо спросить про горячую воду обязательно. Что я вижу, баки на крыше, солнечные батареи. Можно, если выпить много, можно попробовать прыгнуть в бассейн с третьего этажа, как в фильме, помнишь? Вроде все прикольно, симпатично, но почти все закрыто, нет людей. И ощущение, что город вымер. В общем, непонятно, что делать. Как бы не одичаем ли мы здесь. А так, конечно, очень красиво, симпатично и... Короче, хуй знает, ребята. Если честно, уже надоело что-то искать, смотреть. Ну и жить где попало тоже не хочется. Дилемма. Небольшой апдейт. Короче, в городе на самом деле есть люди. Это в основном строители, которые делают реновацию. Вперед, посмотрим очередную виллу. Эй! Че, приехали в деревушечку. Каякой. А что там, Полин, там раньше жили греки? Да, там раньше жили греки. В 20-м году их всех выперли из Турции. А турки не захотели заселяться в этот город. Город стоял пустой. И потом в этом городе настроили виллу. Мы сейчас едем смотреть одну из таких. Выглядит немножко апокалиптично. Как будто бы должны зомби обитать немного. Пойдем посмотрим. Слышь, крики. Может, просто здесь обустроим что-нибудь? Так, натянем там тент, буржуечку, надувной матрас. Мы тут кактусы, планируем открыть небольшую ферму по производству текилы, потому что текила очень у них не очень популярна в Турции, и хрен ее где купишь нормально, поэтому вот будем собирать кактусы и делать дистиллят из кактусов. Лимон уже нашли, лимонов тут полно, их много, вот как раз толочь будем кактусы в этой штуке, пригласим вас на дегустацию. Но поскольку мы не в Мексике, назвать текилой это будет нельзя. Поэтому назовем это туркила. Или коктила какая-нибудь, в общем. Ребят, короче, машина не может со всеми пассажирами подняться на горку, поэтому все, пожалуйста, на юг на время. Нет, мы сейчас выходим и несем машину. Выходим и толкаем. Ребят, ну что-то вы слабо толкали. Давайте еще, давай еще немного. Спасибо, ребята, вы очень отличная, надежная команда. С вами хоть на кладбище. И с первого раза заехал. С первого раза заехал.
сколько там ничего будет есть, то за забором, судя по звукам, есть, пасутся лэмбы. Посмотрим вид из окна сейчас. Шикарно. Ну мы посадим здесь кактусы, может будем текилу выращивать. Вилла, второй день, просматриваем. Стол на 8 человек. Я второй раз на одной и той же ступеньке спотыкаюсь. Второй день поиска, сил уже, честно говоря, нет. Посмотрели кучу вариантов, некоторые даже два раза. Мне, по идее, надо альбом через 5 дней сдать. Вместо того, чтобы садиться и досводить его, я вот занимаюсь поиском того, где бы кинуть кости. В общем, один вариант нашли очень прикольный, кайфовый, но сильно превышающий наш бюджет раза в 2, наверное. Последний вариант, на мой взгляд, неплох. Вполне себе просторно, недалеко от моря. Как вы можете видеть, тут можно прогуляться, вечерком пофилософствовать. Но есть член команды, который категорически против этого варианта. Честно говоря, не знаю, что делать, потому что уже куча времени, сил потрачено на поиски, но пока мы нихера не нашли такого, чтобы всем нравилось. Возможно, кому-то придется поступиться своими, не знаю, принципами, желаниями. Может, как-то само все разрулится. В общем, не знаю. Заебало уже это все. Как говорил герой Стивена Сигала из одного боевика известного, ожидание смерти хуже самой смерти. Вот мне кажется, что муки выбора лучше, наверное, просто что-то выбрать, чем мучиться постоянно из этой херни.